Итоги прошедшей недели обсудили в администрации. Противопожарная ситуация в округе, дорожные работы, а также вывоз и ликвидация мусора. Эти и другие важные темы прокомментировали представители ведомств и эксперты. 46 выездов по сигналу тревоги. Такой выдалась неделя для люберецких огнеборцев. За 7 дней спасатели поучаствовали в тушении 8 пожаров. Из-за воспламенения квартиры на улице Миля погиб человек. В ходе тушения пожара эвакуировали гражданку Асташевскую 1954 года рождения с отравлениями продуктами горения. Направлена бригада скорой помощи в стационарное отделение больницы. И в ходе, после ликвидации пожара был обнаружен труп мужчины 1980 года рождения. В преддверии зимы дорожные покрытия обработали противогололедными материалами. Пешеходные переходы очистили от снега и наледи. За неделю прошлую было собрано и утилизировано 75 кубических метров смета и 100 кубических метров мусора. Выполнен ремонт тротуара на улице Транспортная. Проведены работы по ямочному ремонту на улицах Преображенская, Побратимов, улица номер 12, улица Толстого, дом 27, Инициативная. Юридических лиц проверили на наличие договора с регоператором на вывоз отходов. Рейд прошел в развлекательном центре «Октябрь» и ресторане «Дюшес». Так у кинотеатра договор отсутствует. Сотрудники заведения не ответили, куда отвозят мусор и как его ликвидируют. Контейнерную площадку во дворе многоквартирного дома захламляют представители «Дюшеса». На данной площадке у нас регулярно, ежемесячно фиксируется превышение нормативных объемов отхода на 100 кубов в месяц. И нетипичные для городской среды отходы, среди которых большое количество упаковок от древесного угля. Опоздание по экстренному вызову зафиксировали представители системы 112. На вызов опоздала бригада скорой помощи. Вместо 20 минут машина ехала 37. По данному факту ведется служебное расследование. Луиза Егазарян, Анастасия Юшкевич, Валерий Абсолямов, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.